Дорогие друзья, я признаюсь вам честно, есть две вещи, которые я люблю больше всего в жизни. Это этническая музыка и Сибирь. И сегодня они соединяются прямо сейчас. Я невероятно счастлива, что у меня есть возможность провести ближайшее время с вами. Я очень благодарю вас всех за то, что вас сегодня так много. Это так замечательно, что у нас всех объединяет любовь и желание узнавать себя. Узнавать себя в такой нашей любимой, разнообразной, многонациональной, очень красивой Сибири. И я абсолютно в восторге от этого фестиваля. Действительно, 10 лет назад мы здесь были. И теперь все так по-другому, и настолько это все масштабнее. Дай бог этому фестивалю многих-многих долгих счастливых лет, много классных артистов и много замечательных людей, которые будут приходить и слушать. Ну что, друзья? Саду, а пташечка пропела, в этой этажке есть гнездо, есть
Спасибо, дорогие.